Я думаю, что о временном охлаждении отношений сверхдержав России и США переживать не стоит, потому что, я думаю, достаточно мудрые лидеры, Барак Обама, Владимир Путин, но вот эти вот несогласия и какие-то взаимные кидания костей, они были всегда, то есть вспомним, как Примаков развернул над океаном самолет, тоже не полетел к ним. Вот. Сейчас делает это примерно то же самое Обама, только он еще не взлетел, а уже и не полетел. Просто отложил визит. Ну, много было каких-то недоговоренностей, каких-то взаимных упреков, обвинений. Я думаю, дальше этого не двинется. Был там закон Магнитского, потом закон ответный Димы Яковлева, сейчас дело Сноудена. Там нету никакой юридической подоплеки. Я дело Сноудена специально изучал. Нету там никакой юридической подоплеки. И России здесь не в чем оправдываться. Другое дело, что на личности переходит там сенатор Маккейн, оскорбляет Владимира Путина. Владимир Путин, так сказать, не оскорбляет, ну так ерничает в отношении Маккейна. Вот это другое дело. А я думаю, что до холодной войны, как было там, ну, не дай бог, Карибский кризис или что-то, до этого, я думаю, дело не дойдет, потому что, ну, здравый смысл все-таки восторжествует.